Прямо сейчас вы меня слышите с моего старого микрофона, который стоит плюс-минус 600 рублей. А сейчас вы меня слышите с моего нового микрофона, который стоит плюс-минус 6000 рублей. Описание читать я не буду, поскольку оно довольно-таки большое, и вы устанете меня слушать и просто уйдете с видео. Так что я хочу сразу же перейти к самой изюминке, к самому большому косяку магазина, в котором я покупал. В моем случае это Озон. Самый большой косяк был какой? Шлепаю. Вот только что вышел из дома. Из одного края дома нужно дойти до другого края дома, чтобы забрать тот самый микрофон. Пока я иду, я расскажу, в чем прикол. Прикол заключается в том, что я пришел и меня спрашивают: QR-код, пожалуйста. А я не понимаю, какой вам нужен QR-код. В приложении не указали то, что вот есть QR-код, покажите его при получении товара. Ничего такого не было. Просто мне показалось, что товар был оплачен успешно, и все. Открываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут заказ можно забрать. Штрих-код. Штрих-код? У меня нет штрих-кода. Я ничем вам не могу помочь. В общем, мы с ней не стали ругаться, она мне сказала, что мне нужно сделать, и я пошел обратно домой записывать какой-то код для того, чтобы отдать этот код ей, и она мне дала этот самый микрофон. Здесь уж очень ужасный был звук, так что я просто вот так вот, пока я иду, спокойно вам все расскажу. Я пришел домой, у меня был разряжен ноутбук, которым я сейчас все монтирую. Пока я поставил его на зарядку, пока все это, мама успела уже откуда достать этот код, или как это назвать, номера вот эти вот. И я пошел обратно, чтобы забирать данный микрофон. Смотрите дальше. Вот я подошел, открываю дверку, прохожу чуть дальше, чтобы дойти до этого самого стола, куда я положу эту записку. Записку я положил, она сразу же просто ее прочитала, заметила, взяла, дала мне эту самую посылку. Но и лично я не уверен, что это хороший микрофон, так что оцените вы. Послушайте, дайте свою оценку и обязательно напишите в комментариях оценку этого микрофона, потому что я все еще могу его продать. Я сейчас пойду его разбирать, собирать, а вы пишите комментарии.
Вот такое у меня получилось видео. Обязательно оцените его лайком, а канал оцените подпиской. Ждите следующего видео, оно будет скоро.